Вот, ребят, вот так вот едете, едете просто по деревне. Тут рядом огороды. Все такое непримечательное. Это я для тех, кто не знаком с корейской системой расположения всяких кафе в горах. Вот так вот такое вот все непримечательное, деревенское. И сейчас просто, как называется, это не мопси, непонятно почему и как, будет кафе. А все потому, что вот так вот подальше земля дешевле. Поэтому можно построить действительно красивое кафе на большой территории, такое атмосферное и все в этом духе. А так вот, огородики.조금씩 나도, 없어진다. 아, 나 좀 약간 슬슬 무서워진다. 여기까지 왔는데 내비게이션 잘못 찍어가지고 온 거면. 아 진짜. 어. 근데 이게 우리 낮에 보잖아. 밤에는 저녁에 오면은 엄청 무섭겠다. 여기, 아 그러네 여기. 어 다행이다 씨. 여기 게시판 있네. 이거. 이거야? 어. 와 근데 이거 아 진짜 지옥이다 진짜. 아 대박. 와 이거 내려올 때. 차 어떻게? 차 옆에 누가 차 올라오면 어떡하냐 이거? 그늘이다. 그러면은 아 도착했다. 와 사람 많네. 이 вот вдруг мы приехали через заросли и тут прекрасное кафе. Ой, народу действительно много. 진짜 많네. 오 멋있다 여기. 여름 되면은 진짜 예쁘겠다.
Корее очень много такого рода кафе, всяких разных, тематических. У кого-то сделано немножко в старинном стиле, у кого-то с цветами большим количеством и так далее, кто на что гораст. И в основном такие более большие, с большой территорией кафе, они как раз-таки расположены за пределами Сеула, потому что там могут позволить себе раскинуться, сделать на улице еще что-то, например, здесь на улице качели, да, небольшой костерок. Такое в Сеуле позволить сложно, для этого нужна территория. Вот. Поэтому люди очень часто куда-то выезжают, у них большое место для стоянок, обычно у таких кафе, выезжают на машинах и прекрасно проводят время вот в таких вот заведениях. Такие кафе в основном приезжают не за напитками, не за меню. У некоторых бывают какие-то особенные вещи, но в основном все обычно, стандартное меню, а приезжаю сюда больше именно за обстановкой. Затем, чтобы приятно провести время с знакомыми, с семьей. Я видела, например, кстати, в этом кафе очень много, где проведены прям розетки под стулья. Сидели студенты, занимались, может быть, готовились к какому-то докладу, а также было очень много семей с детьми. Я думаю, когда будет лето и все будет зеленое, цвести, в этом кафе вообще будет просто прекрасно, особенно вот тот заход, который я показала вам в начале. Прекрасный вид, а мы все-таки не удержались и купили сосиски. Сосиски сосса. Ингуни моро. Мальчи, ва, сосиски мокча, мокча, мокча. Сегодня ездили, смотрели, где уже цветет вишня, где нет, потому что еще очень много где только начинает. И смотрите, у нас тут недалеко от дома, на солнечном месте, вообще уже такая красота, вообще обалдеть, красота неимоверная. Это здесь католическая церковь. Вау. На самом деле еще очень много где не цветет, только-только начинает, поэтому в основном цветет только на солнечных местах. Знаете, где прям аллеи усеянные? Вот у нас тоже есть недалеко от дороги, от реки, тоже целая аллея прям. Там еще очень мало цветет, а здесь уже такая красота. Поэтому я думаю, что сегодня что у нас? Сегодня понедельник, я думаю, в пятницу вот мы поедем еще разочек все проверять. В пятницу уже будет много красивых кадров и красивых видео. Как хорошо, что получилось найти хотя бы чуть-чуть. Думала, вообще сегодня не получится заснять. Но хотя бы чуть-чуть кусочки нашли. Нашли. Пусан-то так сейчас вообще весь в цвету. Пусан, Дэгу. Там все красиво.